нас тут некие нововведения. Затенили наш кинотеатр. Короче, затенили немножко наш кинотеатр, потому что вечером за ужином привыкли уже смотреть кино, а сейчас такой длинный день, что очень ярко и плохо видно. Что самое интересное, закат фигачит как раз вот в это окно. И на втором этаже точно такое же окно, как раз на верхнюю часть экрана попадал вчера свет. Ну, в общем, вчера посмотрели, нормально, вполне. Конечно, с утра, когда я вышел, и здесь такая тень, непривычно очень было. Темнотища. У нас будет точно такая же тень, когда будут стены. Ну вот, кстати, да, когда шторы повесили, сразу все изменилось, и дом стал меньше, потому что здесь большое остекление, его как бы не стало, и такое сразу ощущение, что дом стал прям меньше, это сжалось как будто. И сразу я задумался, что когда мы сделаем стены, все станет еще более компактно и будет казаться меньшего размера. Ну что, будем проверять огурец на живучесть. Вот сколько времени прошло с прошлого видео. С ним, в общем-то, ничего не произошло. Листья, я бы даже сказала, они большие листья, они растут. Но вот по краешку желтенькие. Огурец оживает. Вот новые побеги. Вот новые побеги. Вот еще новый побег. Так что не надо мне ля-ля, что он сдохнет. Никуда он не сдохнет. Все у него хорошо будет. Ну, неважно, мне тут подсказали, что я слишком поздно его прищипнула. Надо было сильно ниже это сделать. Ну, в результате у меня здесь висит 3 огурца. Но я решила не ждать, пока он сдохнет, а купить себе еще семечек. 100% всхожесть. Ничего так, бородатый мужик-то. А между прочим, 80 рублей стоит. Я думаю, что мне так его предлагают? А он 80 рублей, оказывается, стоит. Те-то все по 30, по 20. А тут смотрите. А что вообще вы мне никто не сказал, что надо проращивать вообще в закрытом боксе? Я тут как дурочка, значит, в ваточках все это. А их, оказывается, надо в клип-пакетах, в закрытых боксах. Тогда они всходят. А я думаю, а что они у меня всходят, когда я в Москву их везу, блин, в баночки? А вон а что? Будем бородатого мужика выращивать с огурцом? Блин, Ванечка, ну опять здесь все приходится снимать, когда уже все уже утоптано уже. Уже все сделано практически. А, ну да, опять не показали открытую кровату, которая не усела. Ну как бы да. Что ты делал, скажи? Что вообще Короче, происходит? Я тут все до электрики дошел, я наконец купил хороший кабель, но он там валяется, потом покажу. А, здесь у нас кабель шел на плиту. Вот, я думаю, надо купить кабель на плиту. Заехал, посмотрел. Короче, нормальный кабель от 150 рублей за метр. Это кабель 5 жил по 4 квадрата. Соответственно, на нашу духовочку. Вот, и что-то как-то я прикинул, что нам тут метров 20 надо, чтобы вот так вот красиво так пройти, все там вот где-то опуститься, потом сюда вернуться, потому что у нас здесь окошки должны быть, и здесь просто так кабель опустить нельзя. Поэтому 20 метров надо. Мне так жаба задушила, 150 рублей за 20 метров. Что-то трешник, да, надо было отдать, наверное. Ну так, на скидку, примерно. А у нас-то кабель уже был. Вот кабель сейчас, еда подключена, нормальный кабель. 4 квадрата тоже. И я Алке все это рассказал, она говорит, так можно же, говорит, по полу, наверное, пустить. Короче, сегодня разобрал пол, вот эти листы скрутил, 2 листа, и вот здесь вот вдоль лаги пустил кабель. Теперь здесь надо будет поставить розеточку. Блин, хотел силовую розетку купить. Здесь ничего нету, в Леруа очереди такие, что тогда вообще заходить страшно. Я, короче, пока забил. Не знаю, может, на неделе съезжу, погуляю там спокойно, не торопясь. Постоишь в очереди спокойно. Да, наберу себе всякого барахла. Не, ну тут под выходные еще люди ехали, поэтому очереди были. А так я поеду в будний день в какой-то заеду, посмотрю. Короче, дела, двигаюсь потихоньку. Пойдем, еще кабель покажу. Блин, тут сейчас Бардачевский, потому что, собственно, отсюда из коридора все убирали и кидали. Ой, это против солнца, давай. Так. К плите. Вот такой, короче, Prisman. Это хороший? Ну да, это один из лучших кабелей. Его закладывают, так же, как и кольчугинский, его закладывают во все эти сметы госпредприятий. Короче, потому что там только самое лучшее. Вот он входит в десятку лучших заводов. Вот этот, который делает этот кабель. А с кольчугинским чего? Кольчугинский, ну этот я взял по 60 рублей, кольчугинский мне предлагали по 67. Но, в принципе, разница с кольчугинским у этого практически там, ну, мизерная какая-то. И с этим работать удобнее, потому что у него в сечении даже нитка есть. Здесь можно посмотреть. Все, и разделывать удобно.
Короче, где-то здесь нитка в нем идет. Его за счет этого легко, удобно разделывать. Не знаю, здесь не видно, на той катушке было видно. Вот, и, собственно, что еще? А, и он достаточно мягкий, гибкий. То есть он не пружинит, как, знаете, когда медь фиговая, ее вот так вот сгибаешь, а она потом сама обратно отгибается. Это говорит о том, что в медной жиле кабеля очень дофига всяких примесей, которые, во-первых, повышают сопротивление, а во-вторых, из-за повышенного сопротивления этот кабель начинает греться даже под нормативной нагрузкой. Короче, надо внимательно изучать. Тебе про кольчугинский еще говорили, что там под заказ только, и что тот кабель... Ну, кольчугинский что... под заказ, да, но на тот момент, когда я приехал за кабелем, его уже привезли, но я что-то все равно решил не брать кольчугинский, взял это. Такие пироги. Я думаю, поставить дом на сваях была вполне себе хорошая идея. Просто замечательно, в принципе. Собака себе нашла спа-курорт. Она залезла на наш септик и лежит на нем. Сначала стояла в раздумьях, видимо, наслаждалась вибрацией от насоса, который сейчас там работает. Постояла-постояла, да и легла. Он еще и нагретый. Сейчас не очень жарко, не плюс 30. В общем, кайфует. И тут вообще начала вскрывать, а тут, а вот чего. Это цукини зелененькие. Мне даже не хватит моих контейнеров. Сейчас пойду еще что-нибудь набирать. Лето у нас в этом году не как лето. И дорога как весной. Тогда по этой стороне можно быть хотя бы ездить. Ой, ё-моё. Мы же не просто так старый дом разбираем, правда? Потом придет грейдер и все нам испортит. Ну и кто там ванговал, что мост наш уплывет с дождями? Ну, поздравляю, вы оказались правы. Конечно, не с первым дождем. Далеко не с первым. И даже не весной. Вообще-то сейчас июнь, на минуточку, середина. Но так мощненько-мощненько поплыло все. Что-то, Вань, дорогу-то не по технологии строил. Да мне вообще пофигу на технологии. В администрации пусть по технологии строят. Сначала камушки, потом а-ля геотекстиль. Нет, у меня геотекстиль, тряпка лежала под камушками. Просто она у меня выпала из машины и испачкалась, поэтому я решил выкинуть. Понятно. А что ее в помойку выкидывать, когда в луже она будет болезней? Тем более, что она полностью синтетическая, не гниет, она будет там хоть как-то что-то укреплять. Дно, например. Там нет дна, Вань. Дна нет, да.